С переводом многих государственных услуг в электронный вид часовые стояния в очередях и многократные походы за справками и выписками практически остались в прошлом. Теперь для того, чтобы записать ребенка в детский сад, узнать о штрафах, оформить пособие, подать налоговую декларацию, достаточно просто зайти на единый портал электронного правительства и заполнить заявление. Исчерпывающая информация о том, какие документы нужны для получения той или иной услуги, дана сразу же на сайте. По итогам прошлого года в Актобе было оказано более 196 тысяч госуслуг, больше 43% из них оказано в электронном виде. Это значит, что растет количество людей среди наших горожан, которые могут воспользоваться услугами государственных услуг через портал ЕГОВ. То есть это сидя у себя дома или в офисе, могут отправить запрос через интернет и получить результаты данного запроса. Сейчас основная задача чиновников – максимально перевести в электронный вид все те услуги, которые ими предоставляются. Кроме того, специалисты отмечают, электронная система снижает и коррупционные риски. Горожане без посредника сразу решают свои вопросы, даже не контактируя с госслужащим. Сегодня на совещании, где собрались руководители практически всех отделов горокимата, центров обслуживания населения, были выслушаны и предложения. У меня предложение такое к сотрудникам ЦОН. Надо разъяснять людям, например, смотрите, повторные мы все свидетельства и повторные справки, мы должны 5 рабочих дней, срок большой. Люди многие возмущаются и хотят ускорить этот срок. Если бы нам сотрудники ЦОМ пошли навстречу, помогли бы вот одновременно с оформлением ЭЦП, принимали бы, помогали бы принимать заявления на справки, уже на повторные свидетельства через ЕГОВ. У людей было бы очевидное преимущество не 5 рабочих дней ожидания от электронного услуги, а один день. Вообще, заметим, благодаря интернету многие чиновники сейчас стали гораздо ближе к народу. Интерактивные приемы акимы, конечно, еще не ведут, но довольно активно сами пользуются и социальными сетями. И такая форма общения с властью, нужно заметить, набирает обороты. В основном благодаря тому, что вопросы почти моментально получают ответы, и решение проблем контролируется главой не только Актобе, но и региона. В целом, в текущем году в акимате намерены повысить качество оказываемых населению услуг, в частности, по переводу их в электронный формат. И, конечно же, провести оптиковолоконные линии даже в отдаленные населенные пункты. Ведь современные технологии требуют хороших скоростей. Для Засакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт».